Кускус может быть интересным не только в виде гарнира, также из него можно сделать оригинальный салатик, теплый или холодный. Рассказываю, как приготовить салат с кускусом и креветками. Кускус не берет на себя функции основного ингредиента, а сбалансированно работает в сочетании с остальными продуктами. Салат не заправляют майонезом, он легкий, сытный и низкокалорийный. Салатик можно подать на обед или на ужин. 1. В кастрюлю налейте бульон, доведите его до кипения, высыпьте кускус и варите его после закипания на слабом огне 8 минут. Готовый кускус переложите в миску, чтобы он дальше не переварился. 2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите очищенные креветки и обжарьте их в течение 2 минут вместе с измельченным чесноком, хлопьями красного перца, солью, молотым черным перцем. 3. Нарежьте кусочками огурцы, измельчите укроп и петрушку. Выложите в миску к кускусу огурцы, креветки, зелень, сыр. 4. Заправьте салат лимонным соком и перемешайте. Подавайте его сразу же.